В общем, всем привет, с вами опять я и Саша. Короче, сегодня будем показывать один глич в прошлой серии. Мы с прошлой серии залили, у нас получился какой-то глюк сработал, у нас не получилось, у нас сессия залагала. И сегодня покажем всякое такое и маленький туториал, наверное, будет. Короче, заходим в аксессуары, заходим в него персонажа, это на PlayStation 3 селик удерживает предметы, аксессуары, одеваем любую маску, к примеру, для нас это будет лиса, как мы в прошлой серии делали. Саш, ты не в тему сказал сейчас. А, ну да, не похож. Вот, надо, ну и для удобства поудаляйте все вот такие задания на квадрате. Ну, поудаляем, короче, в мусорку, их повыкидываем. Потом заходим в найти случайную игру. Так, быстро заходим еще в телефон сейчас. В телефон, так. И заходим в задание. И быстро ложимся на кровать. Маска автоматически убирает. Потом загрузка сразу идет. Это все правильно, если что. Сейчас менюшка прогрузится. Вот, прогрузилась, потом сразу, ну, сразу выходим потом. И мы спавнимся на кровати. И все, что нам осталось делать, это... Ну, главное, не менять маску, просто у вас пропадет, значит, не будет стоять. Ну и подходим любую, что вам подойдет, к примеру, что вам понравилось. К примеру, для меня это будет какая-нибудь... Да, вот, как мы в прошлый раз пытались сделать, так. Ну и очки, очочки, я всегда вот эти люблю брать. Ты это говорила. Ну и так. И... Блять, опять кнопка не появилась, ебаный в рот. Сука. Как в прошлый раз. Ладно, извините. Ладно, у меня, походу, немного что-то не работает. Я не знаю, почему. У меня все работало до этого. У меня совмещения идут, все нормально. Я не понимаю, почему сейчас не заработало. Ладно, в следующий раз попробуем. В этом мы, наверное, покажем, да, туториал сейчас. Быстро в гараж заедем и поищем одну нужную машину. Где это... персонаж? Он дверь открывал, и его не было. Ну, это баги бывают такие, ну... Это жестокий баг. Он человек-невидимка. Он человек-невидимка, да. Такой беспалевный. Сама дверька. Представь, там Джефф был бы. Это было бы жестоко. Сегодня поиграли в эту игру в Чарли, как там называется, 3D. Вообще начали, ну, обсираться, вообще прикольное такое приложение, интересно. Да, когда я с другом играл, ну не с Егором, но... Ну, наверное, возможно, даже заснимем, конечно, если получится. Возможно, да, заснимем то приложение. Приложение достаточно такое, ну, кирпичиков на ложе, что ли. Там, короче, разговариваешь с воображением... Нет, не воображением. С Чарли. Ну, с Чарли, демоном таким. И, короче, и там да, и нет. Если что, на что покажем? Вообще-то нет, да, и снизу да, нет. Написано нет. Сначала на первом нет, слове да, нет, да, нет, да. Вот так написано, ну, да. Короче. Наверное, кстати, возможно покажем туториал. У нас сейчас все такое получается, ну, возможно, скажем так. Сейчас покажем одну баг-текстуру такую, которую до сих пор не пофиксили на PlayStation 3 и на Xbox 360. Это пастгейм. Конечно, вот так. Подбегаем к этой двери и нажимаем квадратик. Мы залазим в эту текстуру автоматически. И прыгаем, кто захочет, вот сюда именно. Это достаточно такое хорошее место. Здесь пробивается текстура, вот как вы видите. Все, пробивание есть. Копы вас тоже не видят. И чтобы вылезти из этой текстуры, к примеру, выпрыгивайте сюда. Мы летим! Maybelline, look and fly! Зачем ты стрельнул? Я не знаю. Просто для прикола. А, для крутости персонажа. Ну, типа того. Вторая баг-текстура на PlayStation 3, она работает точно. Это просто точно. Это всеми любимая красная стоянка. Я Саше показывала этот баг тоже. Это красная стоянка, наш любимый баг, наверное. Ну, либо мой любимый баг. Ну, сейчас быстро доедем до того места. Ну и покажем этот баг.
на Next Gen эта текстура тоже работает, только в нее другой вход. Возможно, и как-нибудь покажем, что ли. Ну вот, все любимая стоянка. Ее многие знают, эту текстуру. Вот, заезжаем просто в эту стенку. Ну и вот вся текстура. Для новичков это понадобится. Ну, типа, удирать от копов у вас нет уже. Не у многих, конечно, есть эти, типа, звонок Лестера, чтобы, типа, он убрал вам копов. Здесь все работает, все нормально. Поломать аппарат, и копы вас не видят. Это много текстура. Ну, текстура, которая многим, ну, многим нравится. Даже есть такой баг в этой текстуре, что можно даже полет бесконечно сделать. Я сам иногда этим полетом пользуюсь. Ну, возможно, я сегодня покажу его, конечно, но игроков надо нормально найти, чтобы они не гандонили и типа все полетели. Следующая текстура, это будет только текстура для самолетов. Это такая проблемная, у кого типа нету самолетов, ну летите что ли, вот, либо в эту точку, там спавнится. Я сказал летите. Ну едьте. Ну, едьте в эту. Нужно добыть самолеты и в одно место. Ну, вертолет, я перепутал немного. Либо гидру с этим, с режимом зависания. А можно на самолете? Не, на самолетом нельзя. Очень сложно. Ну там возможно, конечно, но очень сложно. Это прям очень сложно. Я перепутал. Но я видел, как один парень залетел. Не ври. Про эту текстуру? Видео. Ну ладно, смотрел. Ну кай. Это всеми. Сейчас мы, наверное, покажем такое место, где лежат дофига BMX-а. Что ли? Ну, там можно встретить BMX-а, что ли. Сегодня какой-то замудренный ролик. Все можно показать, хоть что. Сегодня так запутано все. Ну и что? Это всеми любимый Grove Street. Здесь, ну, эти районы, ну, здесь байкеры, нет, эти, я забыл, как там их, ну, вот, короче, вот BMX, здесь можно их покрасить, ну, короче, здесь дохрена BMX разных цветов, и здесь их можно поискать, как бы еще их можно поискать на этой, на площадке, где, ну, да, велоплощадки там, нет, скейт-площадки, как бы, ну, там на великах катаются просто, я и говорю. Короче, там можно, в этих территориях, там можно поискать здесь и BMX, и, конечно, здесь можно их найти, разноцветные, достаточно много, вот это зеленый BMX, я сейчас зафоткаю. Да нет, чтобы не подходить. Вот, зеленый BMX. Ну, как вариант украсть. Мне просто интересно, я сейчас смогу и у них спиздить этот BMX. Как-то, ну, они начнут, агро начнется как бы. И, как вы заметили, это местность из GTA San Andreas. Ну, это Grove Street, это всем известный, да, мне кажется, я это зря сделал сейчас. Типа, новым владельцам Grove Street, всем привет, типа. Всем гудбай. Оу, ты видел, Саша? Офигеть. Ну да, так и надо дамага идёт. Невозможно их загандонить. Ты видел, сколько их там? Да, в том и дело. Зашибись. Да нет, нормально, сейчас вернусь. Украду этот BMX. Он, ну, все равно сейчас не уйдет. И как бы мне сейчас даже легче будет. Как бы это типа одни их уже BMX. Надеюсь, он не уйдет, типа спавн его. Ну, типа не уберется, что ли. Убрался. Все говно. Ну ладно, погнали лучше. Кстати, здесь. Жесть, здесь уже никого нету. Что сейчас показать, как ты думаешь? Саша, что показать, как ты думаешь сейчас? Ну, да, давай потрюкачим на самолетах. Да, Саша, трюки на самолетах не так себе. И лучше давайте, как вариант, запустить какую-нибудь гоночку маленькую такую, к примеру. Ну, как вариант, кстати. Запустить гоночку. Саш, как ты думаешь? Мне кажется, как вариант. Давай это лучше... Ну, ты один на гонке будешь, ну, чтобы ладно. Не пришлось это игроков ждать. Ну, ладно, давайте, ладно. Короче, вот дела, начать дело, отмеченные, ну, какие-нибудь свои гонки. Они там с трампами все такое интересное. Долгая загрузка, как назвал? Нет, лучше на гонке, да.
Ну такая гоночка есть, прикольная. Наверное, врубим сейчас, да, точки до точки. Ну, это гонка на великах, как бы, она самая простая достаточно. Кстати, у меня уже скоро юбилей, 90, пока что 97-й выявал. Ну, как бы у меня скоро 100-й уже будет. Блин, сегодня я только сейчас понял, что можно ездить на заднем колесе, не прыгая. Только сейчас понял. Можно, кстати, на переднем ездить, но я не знаю. Ну, я знаю, как на переднем ездить. Там надо тормоз и вперед зажать. И это, конечно, понятно. Вот такая гонка на BMX-ах. Почти что все гонки на BMX-ах достаточно сложные такие. Ну, их просто не пройти. Ну, и это достаточно легкая такая гоночка. Паркур именно на BMX-ах. А, fucking god, супчик. Нахера ты вылетел? Жесть. Окей, все нормально. Перепрыгиваем эти, ну, эти хрени, а как-то все, ну, вот здесь тоже есть эта рампа, чтобы типа перелезть. Здесь прыжок надо сделать. Ну, кто поищет эту гонку, кстати, гонка за нее достаточно много дают, если полный сервер, где-то вам 1020 точно будет. Это, ну, я играл, кстати, с заполненным сервером. Достаточно сложно, я, главное, пришел первым. Это было интересно, я на этой гонке мастер просто. Ну, у меня два персонажа, кстати. Если, наверное, сегодня в этой серии я покажу вам второго персонажа, возможно, конечно. Нет, лучше в следующей серии, как бы, разберем моего второго персонажа, возможно. Как вариант. Ну и что ли, так, ну, что ли, разберем второго персонажа. Там у меня, конечно, еще не особо прокачано, и что ли, попрокачиваемся заново. Там у меня почти что, по-моему, 13-й левел только. Ну, я особо там не прокачивался. Там у меня персонаж второй, как бы. Это у меня... Вот это в основном, это понятно еще. Там на меня весь доход на этом идет, как бы. Я на нем все фармлю. What the fuck is shit? Сейчас what the fuck просто был. Сейчас как-то хреново прохожу немного эту гонку. Обычно получше. Да, наверное, в следующей серии уже я покажу вам второго персонажа. Возможно, конечно, если... Возможно, да. А я вообще не понимаю, про какого ты персонажа имел в виду. Но я не показывал тебе второго персонажа. Я говорил тебе, помнишь? Я тебе говорил, что я создам второго персонажа. А, то есть игрока? Ой, ну, да. Своего персонажа моего? Или просто второго? Ну, второго персонажа. Я создал его, конечно, уже. Он у меня уже создан, там сидит и ждет. Если слышите звук кнопок, я знаю, я очень громко нажимаю их. Мы знаем, просто вы слышите их. Мы знаем, мы их очень громко, я и жмакаю. Ай, переспавниться надо. Фак, надо было перепрыгнуть сразу все. Черт, сразу через две надо было перепрыгнуть. Ну ладно. Эх, ты жопа. Наверное, пройдем эту гонку и закончим уже. Эх, ну ладно. Давай гони быстрее. Там да вообще вот. Да нет, успеем еще. Да не успеем. Да осталось немного, там где уже финиш сейчас будет. Я не верю. 14 секунд и 13:20. Блин, извините, конечно, если мы немного здесь оставим не на конце как раз. Здесь уже один чекпоинт, конечно, остался. Здесь недолго, а вот. Саш, перестань, они не останавливают. Сейчас еще раз. Вот, финиш уже. Финиш хим. Ладно, с вами был Егор, Саша. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Короче, в общем, всем удачи, всем пока. Стой, ладно.